вы там все спали или чем-то занимались, не знаю чем. Смотрите, я тут делала обзоры. Это из Фикспрайса, она будет отдельный ролик. Наконец-то сделала обзор на эту штучку. Кстати, она мне очень понравилась. На кассовый аппарат обзор сделала, это будет попозже обзор. На денежки тоже из Фикспрайса сделала обзор. Вот. Авокадушка, которую мы с вами посадили. Вернее, посадили только проращиваться. Вот. Сразу сделаю, обычно сразу делаю много обзоров. Друг за дружкой. То есть вот первый, второй, третий. Там еще мед, кстати, четвертый. Здесь пятый. Что-то еще. Не помню. Что-то я еще делала, я уже забыла. И стол наш, прям громадный стол. Классный, смотрится классно. Мне нравится. А что ты делаешь? А? Дима, что ты делаешь? Это ты типа убрался, да? В угол туда все сбросил. Это после обзора, да, мама там? Это ты убрался? Не, ну я думал, ты максимум в коридор все это отнесешь. А там в угол мне туда, в угол, например, надо. Как я туда пойду? Ай? Помощник, давай. Без нас, смотрите, даже цветок засох. Вот чуть-чуть полила, он немножечко отошел, немножко вот уже поднялся. Я думала, он все засохнет. Уже очень, ну, довольно много цветочков. Вот и тут засох лист, и тут засох. Тут вот прям большой лист. Ну нет, смотрю, он появляется, распускается новенький. Обидно. Стоит куда-то уехать, и цветы начинают засыхать. И не только он. Авокадушка подсохла. Чуть-чуть вот отходит. Даже декабристы подсохли немножко. Ну вот этот он, в принципе, уже давно подсыхает. Здесь земля уже плохая. Здесь надо его уже пересаживать. Или, не знаю, не хочу его, этот цветок. Но, с другой стороны, мне его жалко. Не знаю пока. Горшок этот гигантский, огромный. У меня один такой цветочек уже есть. Второй не очень хочется. Сейчас уже темно, завтра покажу другие цветочки. Так, у нас время 2 часа ночи. У меня загружается ролик. А тем временем мы вот так сейчас уже спим с Димочкой после его болезни. И мы так привыкли спать. Нам так классно вместе. Ночью просыпаешься и видишь, как твой маленький малыш сопит, это так мило, это так вообще, это так классно. Боже, мне это так нравится. А с утра мы просыпаемся в 7 утра или в 8 утра вместе. Сейчас вот он проснулся, потому что кроватку подвинула. Я ее обычно там в самом углу оставляю, там потемнее немножко, чтобы он засыпал. Он сейчас быстренько, наверное, уснет. Да? Когда ты спишь вместе рядом со своей зайкой. С маленькой зайкой. Сейчас у меня там загрузится ролик, я его включаю и спать ложусь. Эй? Ты улыбаешься уже. Димочка уже лучше себя чувствует. Но температура никак у нас не уходит. Ну, слава богу, хотя бы она выше 37. 7 уже особо не поднимается пару дней. Хотя бы так. Да, зайка. Любовь моя. И моя любовь, он такой прохладненький, я его сейчас накрыла такой вот одеялочкой. И, блин, сначала, когда он болел, мы спали вместе на кроватке, но вместе, даже 90 сантиметров кровать вместе, блин, это так неудобно. И боишься его придавить, и он лежит там близко к стенке, она холодная. А вот таким способом вообще прям классно, да? Да. Ночью просыпаешься, всегда его можно потрогать. Он так сопит, сопит, такой спит, такой мышоночек. Мышечка моя. И мышечка мамина. Всем приветики! С вами канал ArtMania. Напишите, как у вас дела. А у нас все хорошо. Димочка уже лучше себя чувствует. Мы уже покушали. Подожди, не стучи. Решили разбирать морозильную камеру. А для новых заморозок я хочу заморозить курочку побольше, как и в прошлом году. И вот достали сегодня у нас будет печень, она тут немножко размораживается. А, нашла творог,
Посмотрим, если он будет без запаха, то я что-то сделаю, может быть, с ним или съем его. Вот. И вот здесь у нас мы решили сделать необыкновенный компот. А здесь у нас получаются ягоды, господи, боярышника. Это перед отъездом на теплоходе мы плавали, все знают. Я купила много ягод, но они не поместились в мою сушилку и все не высохли. Я часть просто заморозила. А в духовке у меня тоже не получилось засушить, было мало очень времени. Вот. И их заморозила. И, конечно же, там два больших мешка. Я думаю, надо их это, с ним что-то сделать. Что они там будут лежать у нас. И решила сделать компот. Здесь я виноград добавила, яблочко одно добавила. И даже лимончик сушеный решила добавить. Я не знаю, просто мне в голову больше ничего не приходит, что можно еще добавить замороженным, полусухим. Нет, он хотя не досох, он такой печеный, наверное, получился. Замороженным боярышником. Посмотрим, что там у нас получится. А, может быть, еще, кстати, облепиху можно добавить. Хотя, ладно, у меня там лимон уже есть, тоже кисленький. Ладно, сейчас я залью все это водичкой, сделаю эффект мультиварки. Так, здесь у меня будет супчик вариться, там курочка. Сейчас я... А, мы еще, да, делаем, кстати, необычный суп сегодня у нас с рисом. Рис замочила в кипятке, надо было заранее, конечно. Какой-то странный рис муж принес. Вот, говорит, он жесткий очень. Вот, что-то мы там делали, он есть его не смог. И в итоге он у нас лежит, лежит, лежит. Я подумала, что попробую его в супе, просто поварить подольше. Вот, пока варится мясо, заодно и будет вариться рис с подозрительной. В надежде, что разварится. Поэтому сделали его совсем чуть-чуть. У нас будет с рисом, и будет, я еще хочу макарошку, наверное, добавить. Эта макарошка уже давно лежит, ее надо тоже использовать, она... Ну, такая компактная, но лежит, мешает. Надо все постепенно уже подъедать. Ну и, конечно же, я. Пишите обязательно, как у вас дела, как у вас там проходят ваши деньки. Господи, где свет? А, вот свет. Как проходят ваши деньки, чем вы занимаетесь. Ролик, конечно же, выйдет с опозданием, как всегда. Вот, но наконец-то у меня... Ролики выходили до этого с опозданием на целый месяц практически. И сейчас я смотрю, у меня начинает уже более ближе пододвигаться. И, возможно, уже через месяц, я надеюсь, у меня уже ролики будут выходить с опозданием на одну неделю. Потому что заранее загрузить ролики – это удобно. Наснимал, смонтировал, загрузил, и неделю отдыхаешь. Ложишься спать пораньше, смотришь фильмы. А ролики там сами выходят – это круто. И мне нравится вот это вот на YouTube. В Инстаграме, например, такого нет. Это обидно. Я бы тоже так загрузила бы, и все, они у меня выходили. Там каждый день какие-нибудь фотографии, там видео, что-нибудь такое вот. А в итоге я просто забываю про него. Опубликовываю там с опозданием и там, ой, вообще. Там на улице зима, а у меня там цветы опубликовываются. Типа там лето, все супер. Да? И хочешь ко мне? И хочешь ко мне? Ой, у нас тут, ой, у нас тут творится. Где ты? Вот моя сына. Вот она, сына моя. Дима похудел очень сильно, да? Болезнь у него очень много забрала сил, но это я тоже где-то расскажу. Может быть, сегодня в обед я его положу, наверное, спать. И, наверное, скорее всего, расскажу. Господи, где же цвет-то? Шторка. Шторка классная. Нравится вам шторка? Этой шторки уже вообще... Где она? А вот. Этой шторки уже лет 5, 6, 7, наверное, лет 7, наверное, где-то. Еще с прошлой квартиры мы ее привезли. Но она, блин, она мне так безумно нравится. Свекровь говорит, поменяй, поменяй. Старая она уже старая. Но она мне нравится. Попробую вот так вот. Вот она в такую, как крапинку. Но мне не нравится у нее вот тут вот внизу. Такая, как какая-то там юбка. Господи, ничего не вижу. Где она? А вот. Вот эта вот штука мне не нравится. Как непонятно что. Вот, так начинается наше сегодняшнее утро. С готовки. Даже я сама, честно говоря, не ожидала, что я буду готовить сегодня. Именно сегодня. У меня были другие планы, но я подумала, что нужно что-то на обед приготовить, потому что на ужин у сына есть что поесть, а мне нету. Блин, еще ужин. Вот, и на обед получается, что тоже кушать нечего. Вот, ну, короче, так вот нужно готовить.
Нужно готовить, готовить, готовить. Вот такой у нас там сзади срачевник. Я убираюсь, 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 но он все равно откуда-то там появляется. То это надо достать, то то надо достать, то тут. Короче, так. Ладно, все, мы будем готовить. Мы, кстати, готовим под музыку. У нас внизу вон там музыкальные колонки стоят. Тут у меня ВКонтакте телефон. Через телефон мы слушаем по блютузу. Вот. И будем сейчас дальше готовить. Так, вот такой суп получился. Смотрите, какие ромашки там огромные. Вот с этого получается таких. Другие более дешевых сортов я покупала, они меньше. А тут прям огромные. Вот здесь у нас еще с яблоком. Яблоко в супе смотрится просто великолепно. Рис, кстати, развалился. Прям там какие-то ошметки непонятные. Зря, наверное, его так долго варила. Но буду знать. Сейчас будем пробовать. Так это все у нас выглядит. Да? Здесь стоит кофемолка, у меня сломалась кофемолка. Еле двигается вот эта вот штука. Двигатель вчера у меня задымился даже. Хотела ее помыть, замочила. А у нее вся вода протекла вот так вот сквозь. И вот здесь вот тут вылилась. Вот. Теперь я выбираю новую себе кофемолку. Уже нашла, выбрала. Осталось заказать. Вот, не знаю, надо или не надо. Надо? Надо. Я в ней перемалывала крупу по лбу. Прям вот хорошо шла. У меня есть еще измельчитель. Там я, конечно, не буду по лбу. Мясо нашел, ты такой счастливый. Аж глаза загорелись. Пожелайте нам приятного аппетита. И вам тоже. Если вы на данный момент кушаете, тоже вам приятного аппетита. По лбу, да? По лбу. Давно не ели по лбу. Она стоит у нас, стоит. Надо приготовить кашку, да? Каши мы что-то вообще прям перестали есть. Дима совсем их перестал. Каша полба. Да. Как прям полбу дать ложкой, да? Похожие слова, да?